Добрый вечер. В первый выходной день в Латвии ожидается переменная облачность. Во второй половине дня суббота в некоторых городах возможен кратковременный дождь. Температура воздуха этой ночи составит от 8 до 12 градусов тепла. После полудня воздух прогреется до плюс 17, плюс 20. Скорость ветра с переменным направлением не превысит 4 метров в секунду. Теперь о погоде в Риге. В столице в ближайшие ночи температура воздуха составит плюс 9, плюс 11 градусов. Днем потеплее до плюс 20. Ветер завтра слабый и весь день будет переменная облачность. В воскресенье днем столбик термометра будет на отметке от плюс 17 до плюс 21 градуса. Также будет почти безветренно. Днем по всей стране прогнозируются небольшие дожди. Новая неделя начнется с солнечной погоды. Только на северо-востоке Латвии пройдут осадки. Температура воздуха в понедельник поднимется до плюс 25 градусов. Митинский тип погоды второй благоприятный. На этом погоде все. Хороших выходных и до свидания.